Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Так, прошу онлайн отозваться, чтобы я убедился, что таких глюков, как вчера, у нас нету, что меня видно, слышно. Потому что вчера я целых 2 минуты или 3 разговаривал сам с собой. Так, Егор, вижу, плюсик поставил. Так, спасибо. Так, ну значит, сегодня проблем никаких нет. Обращаюсь к тем, кто только недавно подключился к аналитике. Может быть, сегодня первый раз. Да, поэтому некоторые вещи могут быть немножко непривычными. Поэтому скажу, чем то, что мы будем с вами делать сегодня, отличается от просто классического разбора графика, например, с точки зрения графического анализа или индикаторного анализа и так далее. То есть вначале мы всегда рассматриваем общую перспективу движения, то есть где в целом можно будет денег срубить там или в росте, или в падении, то есть как бы очерчивая общее движение, а потом именно определяем цели, то есть где будем ставить стоп-лоссы, где будем ставить тейк-профиты, конкретно уже во второй части аналитики, когда мы проходим по тем же самым инструментам, но немножко уже по-другому, то есть мы делаем два расчета. Один расчет по углам, другой расчет по квадратам. Углы задают направление, квадраты задают конкретные места, где мы будем входить, выходить, переносить стопы и так далее. Расчет отличается тем, что мы используем вторую степень свободы графика, да, то есть мы выходим в плоскость цена и время. Обычные расчеты, которые описаны в классических учебниках технического анализа, я их ни в коем случае не пытаюсь как-то принизить и сказать, что они хуже там и так далее, но их особенность в том, что они работают линейно, да, то есть цена может ходить либо вверх, либо вниз. Мы добавляем еще одну дополнительную шкалу к прогнозу, мы добавляем время и говорим, что цена может пойти вверх в пределах какого-то времени и может пойти вниз в пределах какого-то времени, то есть делаем ограничения. В результате этого можно иногда получить сигнал на выход из сделки, когда цена продолжает лететь в ту сторону, в которую вы стоите, и вроде как все хорошо. В результате вы выходите и видите, что рынок разворачивается, а вы вышли на самой макушке движения или наоборот. Да? То есть рынок идет вниз, а вы получаете сигнал о том, что надо входить, хотя еще вроде как никаких признаков нет. Ну, я думаю, через некоторое время привыкнете. Те, кто уже давно на аналитику ходит, я думаю, уже сами прекрасно без меня могут аналогичные расчеты сделать. Также у нас есть традиция это делиться своим мнением с другими участниками аналитики. То есть те, кто пришел на семинар, если у вас есть альтернативный взгляд на тот или иной валютный инструмент, то, пожалуйста, пишите в чат, присылайте скрин. Самое главное, пишите, почему вы так думаете, чтобы было понятно. Например, если вы думаете, там, что евро пойдет наверх, пишите там, на основании фундаментальных факторов, там, таких-то, таких-то, или на основании технических каких-то рассуждений, считаю, что евро там, или фунт пойдет в таком-то направлении. И также делимся результатами сделок. Особенно это будет полезно видеть новичкам, которые еще, может быть, в какой-то степени побаиваются торговать или там слишком рано выходят из сделок, чтобы посмотреть, как более старшие трейдеры, которые начали немного раньше или значительно раньше, их уже добиваются результатов. То есть пишем и профиты, и стоп-лоссы, которые поймали, для того, чтобы оценить, как прошел предыдущий торговый день. Потому что, ну, бывает хорошее, бывает плохое, естественно, без убыточных сделок торговать нельзя, но, как показывает последняя динамика за последние месяцы, я в чате очень много вижу плюсов, и меня это очень сильно радует. Я надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. Построений будет очень много, поэтому сразу учтите, что записывать нет их никакого смысла. Я в конце дам ссылку, на которой вы сможете установить полностью уже готовый профиль, он будет отображаться вот здесь, как аналитика от Ершова. Ну вот это вводное слово на всякий случай для тех, кто первый раз присутствует. А теперь давайте приступать. Я с экрана исчезаю и начинаем диалог. Особенно интересно сегодня будет на тему швейцарца поговорить, потому что он меня вчера дважды удивил вот этим движком вниз, фактически пункт в пункт, что по углам, что по квадратам сходил и потом снова пошел наверх. Ну, с теми, кто
из Ростова, особенно был еще на базовом курсе, очно этот вопрос мы еще вчера обсудили, ну а со всеми остальными обсудим сегодня. Так. Вижу, сегодня уже побольше народу пришло в самом начале. Так, Егор пишет: Алексей, покажите, пожалуйста, как работает Ростов Информер. Сегодня, кстати, семинар будет по Ростов Информеру. Если кто-то изъявит желание, присоединяйтесь в 11 часов. А как он работает, я тогда покажу в конце семинара. Егор, просьба мне напомнить, если я вдруг забуду. Вот, я накину там сверху нашего эфира минут 5, чтобы показать. То есть Ростов Информер, он абсолютно доступен всем. Он не требует наличия на счете какой-то определенной суммы средств. Да, просто главное правильно его применять. То есть он у всех уже в раздаточном материале есть. Поэтому берите, пользуйтесь, особенно если будут желания какие-то по его изменению, улучшению, то обязательно пишите в следующей версии ваши пожелания, я обязательно учту. То, что делался, исходя из тех потребностей, которые были высказаны ростовскими трейдерами и некоторыми активными участниками наших вот встреч в 9.15. Так, вижу еще сообщение. Еврика забрал 50 пунктов. Так, и еще вижу сообщение на продажу, на продажу, а покупку по 1.10.35. Так, ну давайте начнем для начала с индекса доллара. Вижу сообщение от Павла. Вчера индекс скакнул вверх, не совсем понятно почему, вроде никаких критических данных не выходило. Так, кстати говоря, насчет данных, что у нас сегодня с новостями? Сегодня из таких средних важностей новостей в 11.30 выходят чистые заимствования государственного сектора по Великобритании. И вроде бы больше ничего. Были важные новости, намеченные сегодня еще выступление главы Банка Японии, но еще не публиковались, точное время не назначено. То есть будет сегодня, но когда именно, не написано. Так, еще вижу сообщение от Михаила. Объявление: уважаемые коллеги, мои инвесторы, кто зашел до четверга, не переживайте, все под контролем, пока торговля остановлена в качестве компенсации, отправьте мне на почту номера счетов, вам будут отправлен сигнал на выход в позицию вместе со мной, крупными игроками, возможно, даже сегодня. Ну, периодические просадки — это абсолютно нормально, поэтому я не считаю, что это повод для огорчения. Постоянно все время идти наверх невозможно. Мы этот момент, думаю, неоднократно разбирали, так что, я думаю, повод волноваться ни вам, ни вашим инвесторам абсолютно нет, потому что та статистика, которую мы видели в последнее время с вашей стороны, не дает поводов пока в сомнениях никаких абсолютно. Так. Вчера рынок отреагировал на комментарии Марио Драги, пишет Сергей. Так, вроде бы пока все сообщения отчитал. Ну, пока что, если мы рассуждаем чисто технически, то индикатор пошел дальше наверх. Как видите, уже дело пахнет дивергенцией вполне. Пока что еще не нарисовавшийся, но все к тому идет. То есть он может из последних сил доползти там в район 99.54, усилив тем самым доллар и откатив еврика и фунтика вниз. И потом, соответственно, швейцарца и японку наверх. Я про котировки говорю сейчас. Вот. Ну а потом посмотрим, насколько у них хватит терпения и денег, потому что они уже официально во время публикации данных по бежевой книге заявили, что у них с экспортом не очень хорошо. Но при этом почему-то перегрева в экономике у них нет. Да? Ну вот посмотрим, сколько у них здравого смысла еще хватит в ближайшем будущем, как они будут выворачиваться уже из подобной ситуации. То есть именно расчетное значение, она еще может подняться, ну, грубо говоря, еще на одну целую величину наверх, на один доллар. Так, дальше.
Еще вижу сообщение, индекс доллара взял свой 685 по Фибоначчи, это очень сильный рост. Ну, вы прям большие проценты, я смотрю, замеряете в несколько этих, в несколько сотен процентов. Я обычно больше, чем 323,6 никогда не использовал по Фибе. Так, вижу еще Андрей к нам присоединился. Ну, предлагаю, давайте спустимся пониже на DXY. На часах там уже дивергенция, но тем не менее максимум он обновил. Так что пока говорить, что он вот прямо сейчас развернется и полетит вниз, мы еще не можем, так как у нас нету падающего максимума. Так что ему нужно как минимум хотя бы один раз попытаться сходить наверх неудачно. Если же не будет неудачной попытки наверх, то следующая цель 98.65, а потом 99.55, так что расчет по часам и по дням, он в принципе солидарен. Поэтому они согласованы достаточно хорошо. Сейчас небольшой откатик идет, но это именно коррекционный откатик, отработка дивергенции. Потому что если индекс доллара будет разворачиваться, то есть где-то закончится откат по дивергенции, потом он пойдет наверх, и чтобы он начал падать, у нас нужен максимум, который будет ниже предыдущего. Да? Там нарисуется что-то типа неудавшегося размаха, и потом уже дальше он начнет падать. Пока мы не найдем такую структуру, просто так ни с того ни с сего взять и начать падать, обычно ни один инструмент такого не делает. Посмотрим, как это будет развиваться еще под внешним влиянием новостей, потому что техника техника, а новости они всегда стоят на уровень выше, я про это всегда говорил. Так, дальше Сергей пишет, возможно, ФРС хочет пощупать, куда пойдет доллар в случае повышения ставки, чтобы оценить, стоит ли повышать. Это чисто предположение. Так, спасибо за высказанную позицию. Так, следующий. Спускаемся на совсем маленькие колебания, которые вот в рамках этой недели рассматриваются. И что мы видим? Мы видим, что DXY практически пункт в пункт взял свою первую цель промежуточную, да, причем и то со второго захода он ее взял. Вот здесь он, по сути, сказал, что сейчас пойду наверх. Осциллятор сказал, что нет, не пойдешь. Вот здесь, да, не забывайте за ним смотреть. Отошел назад. Получается, развернулся по времени, цена не остановила. И не было никакого повода останавливаться дальше. Поэтому пролетел до следующего расчетного уровня. Напоминаю вам, что если обычно первый расчетный уровень слету не пробивается, цена возвращается назад. Вот вам тут недавно примеров было масса. Да? Стукнулся, вернулся. Стукнулся, вернулся. То же самое мы видим, собственно говоря, и сейчас. То есть до каких пор может откатиться? До ближайшего 98.27. Все абсолютно, в принципе, разыгрывается стандартная ситуация при работе с расчетными уровнями. Те, кто уже практические навыки работы с ними получил, я думаю, что пришли бы абсолютно к аналогичным выводам путем подобных рассуждений. И плюс второстепенный чисто механический признак – это дивер, который вот этот еще разворот тоже подсказал то, что он будет. Так что ждем небольшого отката где-то в пределах 13-14 центов в цене до 98.27. И потом попытается снова еще раз сходить. Получится или нет, тут уже вопрос, все зависит от того, какие еще новости будут потом. Так, вижу еще сообщение от Михаила. Вчера звонил в Америку своему брокеру, задавал вопрос. Он связывает эти непонятные и ничем не обоснованные движения с выходом на рынок высокочастотных роботов, как он сказал, Market Pirate. Алгоритм этих роботов основан на работе, чтобы забрать максимальное движение сперва в одну сторону, затем в другую. Биржа Chicago Mercantile Exchange пытается бороться с этими пиратами, но пока результат ноль. Ну, я немножко слышал о роботах таких высокого уровня, которые работают уже не через биржу, не просто там по скользящим средним или как-то еще, то есть они специально работают по отдельно выделенным
каналам высокоскоростным. Они работают, как правило, только на market execution, исполнении сделок. И некоторые привязаны к арбитражу, вот, а некоторые забирают именно скальпируя, то есть делают огромное количество сделок за очень малое по времени расстояние. В результате за счет этого набивается достаточно большая прибыль, но за этим следит, короче, отдельно взятый сервер, на котором он стоит, мощный, то есть не отдельно какой-то крутой компьютер, который мы можем купить там 1000 за 100 в каком-нибудь магазине техники. Вот, поэтому вполне возможно, что кто-то такую тему мог и замутить, особенно если речь идет именно о Западе. Так, дальше. Егор пишет: Алексей, вы применяете Fibonacci по 100%, а надо прибавлять с увеличением 0,618, 1,618, 2,618, 423,6 и 685,4, поэтому у меня DXY взял этот 685,4. Но я обычно всегда Fibonacci брал какие, то есть 0,23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, 100, 138,2, 161,8, 261,8, 323,6, и за 323,6 я обычно никогда уже не смотрел. Ну, иногда может быть 423,6. Выше этих цифр я уже никогда не смотрел, потому что если хотелось посмотреть куда-то дальше, я всегда погано считал. Поэтому вот 685,4, то, что вы указали, я просто до тех пор уже не досчитывал, мне терпения не хватало. Так что ваш подход, я так понимаю, сделан просто с поправкой на долгосрок. А, ну вот как раз вижу и комментарий появился про долгосрок. Так, идем на Еврика. Еврик дивер сломал, идет дальше на днях. Так что сигнала на днях у нас пока нет. Главная цель дневная у него 1.07.220, мы ее в несколько движений заберем на более маленьких таймфреймах. Вот этот момент, я думаю, все на новостях успели увидеть, да, то есть буквально он вот здесь зашел в продажу, и тут уже на следующей свечке сказали, что скоро все это дело завершится, и на следующий уже был сигнал на выход, поэтому те, кто испугались, скорее всего, вот здесь вот уже выбежали прибылью там пунктов в 30. Те, кто остались, учтите, что сейчас дивер, маленькая коррекция наверх будет, чтобы у вас не спалила ту прибыль, которую вы уже набрали. То есть у вас где-то пунктов 40 уже, я вот видел там некоторые 50 забрали, да. То есть кто не хочет оставлять сделку на следующую неделю, можно будет ее порубить, всем остальным можно просто банально сопровождать. То есть, если это движение продолжится в рамках импульс-коррекция, 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 без сильных глубоких откатов назад, то можно просто по high-low активатору тащить стоп-лосс и все. Ну или какой-то другой вариант. Так, Михаил пишет: да, Алексей, именно эти роботы — дорогое удовольствие, стоимость их начинается от 10 миллионов долларов, так как говорят, окупаемость в течение 1-2 месяцев. Ну да, то есть там по сути стоит целая серверная коробка, а не отдельно взятый компьютер, потому что там речь идет не только о том, чтобы войти правильно, но еще и в нужный момент времени, потому что там счет идет на секунды, чтобы успеть максимально быстро исполнить контракт, максимально быстро успеть подать заявку на совершение сделки. В результате того, что они очень быстро реагируют на изменения, тогда он начинает очень быстро зарабатывать. Я как-то даже читал статейку по вот этим роботам, но они, естественно, простым смертным недоступны. Так, Андрей задает вопрос: Алексей, куда может упасть евро? Только что смотрели с вами, то есть главная цель на ближайшие несколько недель с периодическими подъемами и падениями — это 1.07.22. Эту цель мы с вами ставили еще черти когда, еще когда она поднялась где-то на 1.15. Мы рассматривали, что сначала она упадет на 1.12.17,
а потом, если она за ним закрепится, наконец-таки она вот тут страдала фактически с августа месяца, и потом она пойдет на 1.07.22. То есть расчет сделан очень давно, то есть отталкивается еще фактически от модели, которая закончила формироваться больше, чем год назад, да? И по сути он может вернуться к уровню, который он пробил, но не смог закрепиться еще когда там в марте 2015 года. Так, дальше. Алексей, вы мои скрины смотрели? Да, смотрел. Вполне интересный подход. Мне понравился. Еще себе сохранил на винт. Потом еще на выходных хочу посравнивать с некоторыми другими расчетами своими. Так, здесь посмотрели все на часах. Теперь что нам можно сделать? Ну, у нас уже есть минимум, да? Поставили. И у нас есть уже явно выраженный максимум. Ну, подождем, как будет реагировать дальше. Долбанет еще раз вниз. Ну, пройдемся еще, идти ему еще далеко, в принципе. Не в рамках одного импульса, а я имею в виду по тренду идти ему, скорее всего, еще далеко. Так, теперь фунтик. Фунтик вчера вот здесь сделал сигнал на продажу в 13 часов. Кто караулил, пишите, пожалуйста, в чат. Я думаю, было бы всем интересно это услышать. Сигнал на продажу, осциллятор не запрещал. И потом, буквально через несколько часов, сказал, что все, пора уходить. Плюс еще длинноногий рикша был. Ну, где-то 28 пунктов, как минимум, можно было взять. Если кто-то, например, выходил там по тейк-профиту, там по АТР-кам и так далее, может быть, взял чуть-чуть больше. Ну, 28 тоже, в принципе, неплохо. Давайте перенесем теперь углы, так как нам нужны актуальные точки. Посмотрим, как дело будет развиваться дальше. Вот один раз еще раз ударился, по сути, в реверсивный, попытался сгенерить сигнал еще раз вниз. Не получилось, сейчас около перенесенного 1.1. И вот на таком своего рода распутье пока что непонятно, что именно он собирается делать, потому что фунт сейчас пока самый загадочный из всех валютных пар. У меня еще некоторые знакомые, которые со мной постоянно общаются на тему торговли, которые уже давно тоже на рынке Форекс работают, некоторые от фунта вообще пока отказались, пока у него четко выраженное направление не появится. Так что новичкам поосторожнее с этой валютой быть, пока они там не решат свои проблемы с выходом, не выходом из ЕС там, и так далее. Ну, к скальперам, высокочастотникам особенно сильно это не относится, потому что вам, в принципе, все равно должно быть. Так, дальше. Так, дальше. Так, ну тут пока вижу внутренний диалог. Так, Егор пишет, зашел по цене 1.2280, но потом закрыл вручную. Так, еще сообщение. Я так понимаю, продолжаем обсуждать роботов. То есть это говорит о том, что они будут гнать цену в одну сторону, только вопрос... куда, пока что не ясно. Но посмотрим, в любом случае, при любой природе движения цены, неважно, кто именно будет ее гнать, за счет чего она начинает скакать, есть параметр выборки, первый, второй, третий момент, да, который никто не отменял и который очень сложно обмануть, потому что это просто тупо статистика. Те, кто на доп. Разделах индикаторного анализа на лекциях у меня был, это как раз вот полностью тема второй лекции. Обращайте внимание на мат ожидания. Если оно начинает уменьшаться, значит, временно с этого инструмента надо уйти. Опять же, информер вам это замерит. Второе, обращаем внимание либо на среднеквадратичное отклонение, либо на дисперсию.
Если происходит резкий скачок, значит, скорее всего, данное движение начнет останавливаться, как только дисперсия или среднеквадратичное отклонение начнет уменьшаться. Вот. Поэтому вот эти признаки, их невозможно никаким образом скрыть. Поэтому просто обращайте внимание на математические показатели. Они применимы к чему угодно. Не только к рынку. Рынок — это просто один из миллиардов частных случаев, в котором это может применяться к аналогичным задачам. Так, еще сообщение. По волновой теории фунт подал первый признак выхода из коррекции на часовом графике. Ну, посмотрим, как он будет себя вести. Лично меня смущает то, что фунт даже не вернулся к 1.1. То есть вот эта модель существовать будет еще очень долго, потому что если фунт даже вот так вот сходит на 25.30, то по большому счету мы все равно будем пользоваться теми же скоростями, теми же углами, потому что он сейчас и так находился очень долго в состоянии ускорения. И то, что вы вот видите сейчас, именно с технической точки зрения, это вот то, что раньше было очень редким случаем, но вот последние пару месяцев что-то зачастился этот вариант. То, что происходит вот здесь, цена по сути стоит на месте в рамках бокового диапазона. Это ситуация, которая называется, что цена ждет время. То есть время опаздывает от цены, время ускориться не может. То есть если сегодня пятница, завтра по-любому воскресенье не наступит, и тем более понедельник. Поэтому время догнать цену не может, поэтому цена может либо вернуться, либо подождать. Вот она просто ждет. Такое мы уже с вами видели на швейцарском франке тоже. Так что в любом случае, даже если начнется рост, пока что даже при отработке роста мы будем пользоваться разметками от старой модели. Это, я думаю, тоже всем понятно. Если вдруг непонятно, скажите вопрос в чате, я поясню. Так, дальше Михаил пишет. Крупные игроки на бирже, в отличие от нас, толпы не ставят стоп. Они покупают хедж, который в случае противоположного движения спасет и компенсирует часть убытка. Так, сообщение от Егора. По фунту какой-то тяжеловес сидит на уровне 1.22555. Психологическая цена. Он вчера в течение часа пробивал эту цену. Ну, я так понимаю, это пока остается на уровне предположения. Потому что точно, что там именно происходило, мы сказать в любом случае не можем. Так, ну, углы перенесены. Пока, в общем, понятно, что мы делаем. Следующие пошли на швейцарский франк. Вот то, насчет чего мы с вами говорили именно с ростовскими трейдерами вчера вечером. Вот здесь вот. Он сначала сгенерировал сигнал наверх, потом, скорее всего, там в безубытке или в небольшом минусе. Вот здесь вот, там буквально там пунктов 10 было этого убытка. Потом улетел вниз, буквально цена и время обнялись, да, вот тут вот. И потом цена снова побежала наверх. Это вот то, о чем я рассказывал по фунту, да, то, что если будет движение наверх, то, в принципе, рост вот до этой линии, это как бы не отменяет падающего тренда, который пока что рассматривается. Вот здесь произошло как раз то же самое, только очень быстро, о чем мы сейчас говорили. Цена шла в состоянии ускорения, цена убежала вперед времени, потом цена время ждала, стояла в боковике, потом резко вернулась, они синхронизировались и снова убежала наверх. Ну, те, кто уже хотя бы месяца 3-4 на аналитику ходят, я думаю, вы хотя бы штук 5-7 таких примеров уже видели. Интересно, есть ли те, кто отложенниками, например, схватили это движение, потому что потом, когда, если вы сами передвигали углы, у вас получился бы вот такой результат. После того, как словили стопа вот отсюда, потом был выход вот здесь, за угол на продажу в 11 часов, и потом он шикарно сходил вниз до 1.1. Но если углы сами не двигали, то этот момент, скорее всего, прозевали. Так что вот интересно в чате услышать, кто вчера швейцарца поймал. Плюс вот эта цена фактически идеально остановилась на квадрате цен. Ну, до этого мы сейчас дойдем, вперед забегать не хочу.
То есть вот здесь был еще один сигнал, взяли, не взяли, пока в чате сообщений не вижу. Переставляем на новые значения. Так что, кто переставлял, вот этот минус скомпенсировался с лихвой. Следующая японка. Вот здесь, фактически после аналитики, сразу сгенерировался новый сигнал на покупку. Цена пошла наверх, и вот здесь осциллятор сказал, что пора уходить, если вы стоите в рамках одного импульса, то есть вот здесь. Получается, что ваша прибыль составила примерно 20 пунктов, те, кто стоял подольше, вышел по дивергенции. Из ростовских несколько человек японку ловили, мы это уже обсудили вчера, очно, да, когда приходили в офис. Как там у других городов с японкой дела, тоже жду сообщений, соответственно, в чате. Взяли свои профиты или нет. И плюс японка сейчас идет на откат, опять идет к 1.1. Желательно от продажи пока воздержаться. Почему? Потому что сейчас как основной 1.1, это сплошная линия, и перенесенная 1.1, это пунктирная линия, они стоят фактически в одном месте. Пробивать с лету такие области цен очень сложно. И еще третий аргумент, осциллятор говорит, что вниз далеко не уйдет. Так что внимательно следим, сейчас как только реверсивный снова пробьет, будет еще один сигнал на покупку. Так как это было вот здесь, так как это было вот здесь, так как это было вот здесь и вот здесь. Все то же самое, только цены другие. А ситуация полностью идентична будет. Ну и собственно так же, как и вот тут было. Так что внимательно смотрите. Вполне возможно, японка еще сегодня небольшой подарочек сделает. Так, дальше вижу сообщение. Так, Егор пишет, по швейцарцу последнее время вообще не рекомендуют работать аналитики Альпари, но мнений может быть много разных. В любом случае, потенциал движения мы с вами должны рассмотреть, а будете вы им работать или нет, тут уже вы выберете самостоятельно. Я лично бы, была бы моя воля, я бы иену прямо сейчас удалил, несмотря на то, что она в последнее время ходит достаточно неплохо. Из-за того, что у меня к ней немножко предвзятое отношение, те, кто со мной давно общается, я думаю, этот момент помнит. Но мы ее все равно рассматриваем. Так, Елена пишет, вчера по иене 25 пунктов есть, отлично, поздравляю. Михаил пишет, по франку поймал лося 30 пунктов. Дальше Андрей, по иене sell 2 раза по минус 25 пунктов. Так, и еще один момент. Так, Тимур пишет, швейцарца стоит ли продавать сейчас или нет. Ну, давайте к швейцарцу сейчас вернемся. Вот прямо сейчас конкретно лучше ничего с ним не делать. Почему? Он находится между углами. А вот если он за один из углов выйдет, то он стоит практически посередине между 1.1 и между 2.1. Вот если выйдет, тогда можно. Выйдет за верхнюю — купить, выйдет за нижнюю — продать. Только учтите, из продаж надо выскакивать будет достаточно быстро, потому что эти сделки по времени длятся значительно более короткий промежуток времени. И входить можно только в том случае, если осциллятор не будет запрещать сделки. Если будут какие-то сомнения насчет того, стоит ли прислушиваться осциллятора, вспомните, что было с австралийцем в этом месяце. Было около 10 сигналов, из них 8 или 9 были запрещены осциллятором. И, собственно, не зря, иначе можно было бы попасть на достаточно неплохую сумму. Так что пренебрегать такими вещами ни в коем случае не стоит. Ну, вот как раз злополучный австралиец. Вот все, что было отмечено вот здесь, вот начиная с 7 октября, почти все сигналы были запрещены. Сейчас происходит то, о чем мы с вами говорили, когда еще цена была вот тут вот, в районе где-то там 17 октября.
когда образовалась новая модель. Мы с вами посчитали, что скорость движения наверх слишком высокая. Такие модели существуют недолго. Вот был единственный сигнал от этой модели на продажу, который тоже был запрещен осциллятором. Но в данной ситуации, получается, была допущена ошибка механическая. Да? И цена уже вернулась к углу замедления. То есть, если он сейчас еще хотя бы немножко просядет вниз, то мы эту модель будем удалять. Чисто механически мы можем перенести углы на новые значения, но особо сильно они нам не помогут. Может быть, через час будет сигнал на покупку. Не забывайте смотреть, чтобы осциллятор не дал запрет на вход в сделку. Так, Сергей пишет, по швейцарцу зашел в бай без углов, тупо по скальпингу 45 пунктов. Ну, прекрасно. Так, Андрей пишет, по австралийцу 75 пунктов. Замечательно. Так, дальше. Михаил, по технике индекс доллара идет на коррекцию, и как следствие все остальные пары тоже идут на коррекцию. Ну, у них прямая зависимость, то есть между колебаниями индекса доллара и валютами, почему, собственно, и стали его рассматривать. Не сразу, правда, после предложения добавить его в рассмотрение, где-то через месяц, кажется, после старта аналитики. У кого-то, если вдруг возникнут сомнения, я вам дал в раздаточном материале индикаторы по корреляции, возьмите и замерьте, например, корреляцию DXY и, например, фунта или евро. Вы увидите сами наглядно эти коэффициенты. Поэтому здесь, я думаю, вопросов в дальнейшем уже не возникнет. Следующий инструмент – это новозеландец. Новозеландец вчера дал сигнал на продажу. Практически сразу осциллятор сказал, что, скорее всего, слишком далеко не убежит, так что кто-то мог с маленьким профитом убежать. Вот, сейчас конкретно рисуется дивер, еще вот здесь, уже, возможно, скоро начнет отрабатываться. Вот, если вы вне рынка, то можно перенести углы на новые значения и сидеть, ждать дальнейшего развития событий. Вот, канадец вчера на новостях поскакал достаточно сильно, к сожалению, в зону условного касания он заходил, но не закрывал свечи внутри нее, поэтому применить данный подход механически именно мы не смогли. К тому же еще новости создавали дополнительную долю неопределенности в движении за счет резкого увеличения волатильности. Поэтому вот этот момент, к сожалению, именно с механической точки зрения пропустили. Когда до квадратов дойдем, там немножко интереснее этот момент будет. Давайте сейчас я немножко маркером продлю его, потому что он как шел в боковичке пока что, так в боковичке и идет. Поэтому его никто не отменял. Вот, если вдруг у вас правил работы в подобном канале нет, то потом в конце аналитики скажете, я картинку вам покажу, сохраните ее себе, там ничего сложного нет. Так, Владимир задает вопрос, какая скорость углов по австралийцу. Сейчас скажу момент. Так. Скорость, значит, 17,4, ну и, соответственно, минус 17,4. Теперь переходим ко второй части, начинаем считать по квадратам. Меня очень удивило, как на новостях он сходил четко в расчетный уровень в 1.10.381. То есть обычно рывок одного импульса в рамках дневного движения происходит через один уровень. Ну, здесь получилось чуть-чуть больше, но все равно остановка на расчетном значении произошла. Практически там пункт в пункт получилось. Вот. Потом цена осталась внутри диапазона.
И дальше рассуждение полностью идентично. Вот здесь могло быть третье касание. И если бы он не пробился, он обратно бы еще раз вернулся. Но вот здесь конкретно третьего касания не было, потому что цена именно пробила. Вот та самая сильная медвежья свеча, которая закрывается сразу за уровнем. И поэтому можно к движению присоединяться. И начинается падение. Первая цель взята фактически сразу. Поэтому, скорее всего, идем на следующую цель, да, и вот взята вторая цель. Вот фактически идеальная отработка сигнала по квадратам C. Единственное, может быть, у кого-то были опасения в 21.20, стопы в безубыток поставили, но их все равно бы не тронул. То есть вот это движение, я уже в чате видел, что многие в плюсики его забрали. Теперь возникает вопрос, что делать дальше. Сейчас увидим коррекционное движение небольшое наверх, вполне возможно до 0.9346. И потом как раз вот эта дивергенция вот эта отработается. И потом следующая цель будет 1.08542 или 1.07967. Чисто от текущей цены это еще либо 48, либо 100 пунктов. А если поднимется наверх, то считайте, вам бонусом еще 30 насыпется. Так что ждем, как закончится коррекция, и потом присоединяемся к следующему импульсу. На 15 минутках. Сейчас расчетное время. Проверяем, чтобы не началось никакое нестандартное движение для нас. Да? То есть он должен зайти за 1.09042, тогда какой-нибудь в рамках 15 или 30 минут маленькое движение вниз будет. Но, скорее всего, его остановит следующий уровень, поэтому вот это движение лучше пропустить. Потом вот этот самый отбой, который мы только что на часах смотрели, да, который сейчас может произойти. И потом вот с той самой макушки, которая может образоваться на одном вот из этих ближайших уровней, потом будем становиться вниз. А вот прямо сейчас тут особо делать нечего. Есть еще два времени, это сегодня в 15 часов и в 21 час, когда может сгенерироваться сигнал уже по другой степени свободы. Так, еще вижу сообщение в чате от Михаила. Вчера целый день было падение нефти, видимо, это было связано с ростом доллара, и как следствие канадец тоже весь день падал. Ну, как сырьевая валюта, вполне возможно, что подобное следствие могло иметь место. Спасибо за ваше высказывание. Так, теперь фунт стерлингов. Обсуждали с вами возврат к одному из наиболее важных углов на этой неделе по цене. Вот он стукнулся в него и сейчас продолжает удерживаться выше него. То есть, если фунт собирается расти, то ему нужно преодолеть уже следующий уровень, который он уже на этой неделе достигал. Это 1.2295. Если он его преодолевает, закрывается за ним, то открывается перспектива хода на 23.89, а может быть даже на 25.06. Если он этого не делает, то пока вот это вот болтание то вверх, то вниз, оно продолжится. И с ростом будьте очень аккуратны. Потому что здесь может быть один коварный момент. Я думаю, многие уже догадались, о чем идет речь. Вот представьте себе, что цена вот так подошла. И вот сейчас какая-то новая свечка формируется. Посмотрите, что у нас было вот здесь. Раз, два, три. То есть это уже даже будет четвертое касание. Поэтому если вот здесь не будет не только подход к уровню и не будет сразу такой большой бычьей свечи, которая сразу пробивает уровень, то мы, скорее всего, увидим с вами вот такой откат назад к 1.2224. Так что будьте внимательны, особенно это относится к тем, кто торгует внутри дня или внутри часа. Для скальперов как раз есть отдельный расчет на 15 минутках. Есть два важных уровня на сегодня, это 22.578. И 22.305. Пока не пробьет ни вверх, ни вниз, лучше его вообще не трогать. Потому что есть небольшая доля неопределенности. Пробивает вниз, идем через один уровень вниз. Пробивает вверх, идем через один уровень наверх. Вот сюда, на 22.92.
Так, вижу уточнения еще появились в чате по евро. Последняя поддержка на Chicago Mercantile Exchange на уровне 1.0710. Так, давайте посмотрим, есть она у меня или нет. Так. Старые не поудалял. Ну, кстати говоря, близко к расчетному значению в рамках этой недели. И 0.950 для нас актуально, или 0.950 убрать. Уточните данные, буду благодарен. А мы пока швейцарца посмотрим. Вот что еще удивительно, вчера швейцарец, мало того, что мы смотрели по углам, как раз к 1.1 сходил, еще одна синхронность до расчетного уровня сходила. И как раз помните вот то, что я вам часто повторяю, если промежуточную цель слету не пробивает, то возвращается назад. Здесь вообще это было в рамках одной свечи, то есть стукнулся, не получилось, и тут же ушел назад. Что делать сейчас? До 11 часов не делать вообще ничего желательно, потому что вот этот дивер как раз сейчас начинает отрабатываться. Если после 11 часов в течение 2 часов будет образован фрактал, то возможно он пойдет двойной дивер делать до цены 99.647. Так, вижу уточнение, 0.950 не актуальный, давайте у еврика уберем его, чтобы он не смущал, а остальных не вводил в заблуждение. Так, фунт на 15 минутках посмотрели. Так, швейцарца посмотрели, то есть нужно будет смотреть 11 час, 12 час и 13 час. Возможно, будет сигнал по времени, который толкнет его вот сюда, и это может двойной дивергенцией закончиться и еще одним отходом назад потом. Вот, то есть тут может быть где-то пунктов 30 наверх движение, если фрактала не будет, особенно еще если индекс доллара немножко назад отбежит, то есть доллар станет послабее, он котировку протащит обратно внутрь этого канала, где он и сидел всю неделю. Так, дальше уровень 1.1 актуальный, цена пока ушла в зону убытка. Так, ну здесь пока вроде бы все разобрали. Так, японка. Ну, как и до этого, мы уже несколько дней назад рассматривали, да, она пробила вниз, взяла промежуточную цель, закрепиться за ней не смогла, развернулась на цене на времени и сейчас ушла вовнутрь. Сейчас, если она не пробьет 103.816, никаких продаж не будет, падений тоже не будет. И мы вскоре увидим рост. Для роста может быть два повода. Первый повод по времени, второй повод по цене. Именно в рамках вот этой модели. Было бы неплохо, если бы мы в ближайшие пару часов увидели небольшое снижение, вот такое, до 103.816, до 14 часов. Тогда, если здесь будет образован фрактал, она полетит наверх, и потом на углах вы увидите пробой реверсивного угла, и это будет еще одним сигналом на покупку. Второй вариант развития событий, если он просто будет каким-то образом болтаться еле-еле, и только увеличит волатильность после 14 часов. Это будет тоже по времени, то есть частный случай предыдущего. И еще один вариант, это если цена пойдет наверх и пробьет 104.450, это будет перспектива для роста на 104.766 или на 105.242. Здесь какой именно из вариантов будет развиваться, мы не знаем, но любой из них нам в целом подойдет. Следующий австралиец. Австралиец вернулся в диапазон, сейчас попробует начать расти. Не факт, что у него получится. Почему? Потому что ему нужно успеть сходить до 76.960, при этом успев пробить 76.57 и уложиться во время до 14.20. Я очень сильно сомневаюсь, что у него это получится.
То есть все закончится, скорее всего, либо вот таким вот маленьким ростом, что он захлебнется еще вот здесь. Ну или даже если у него силенок хватит, просто его протянет немножко дальше, вот так как-нибудь, и потом его время развернет. Если не цена, то время тоже развернет. И как раз мы увидим потом то, что модель, которую мы разбирали вот здесь, вот это вот, что он ее как раз и разрушит. То есть маленький рост, и потом он уходит и убивает 1-2, и мы будем рисовать новую модель, потому что такие долго не существуют. Примеров, я думаю, вы уже массу видели. Так, еще сообщения в чате появились. Как еще вчера сказал мой американский брокер, внимание, внимательно ближе, чем ближе к выборам, тем более непредсказуемый рынок. Любые важные заявления, связанные с кандидатами в президенты США, могут изменить движение рынка в другую сторону. Ну, как раз рынок накален в данной ситуации именно с фундаментальной стороны. Я думаю, что торговать уже станет попроще, когда выберут уже хотя бы кого-нибудь. Уже речь не идет о том, что будет, если выберут Трампа, или что будет, если выберут Клинтон. Когда выберут уже кого-нибудь из них, уже больше будет определенности, уже больше будут понимать, что вообще дальше можно ожидать от Америки и от вообще рынка Форекс в целом, так как доллар на него влияет очень сильно. Следующий новозеландец. Здесь он до этого забрал все, что мог забрать, даже чуть-чуть больше. Сейчас в ближайшее время может быть уровень по времени в 11.20. До этого он шел вниз, так что есть вероятность разворота ближе к верху. Вот здесь вот мы с вами как раз смотрели, что этот еще дивер может его наверх туда подтолкнуть. Только здесь мы увидим этот момент намного раньше. Да? Если по углам нам потребуется увидеть вот этот рост, и мы его, скорее всего, пропустим весь, то по квадратам уже ситуация более простая складывается. Мы видим перспективу на дальнейший рост, потому что мы уже зашли со 71.309. И если спустя 2 часа после 11 часов мы увидим, например, вот такую свечку здесь и вот такую, то мы уже увидим, по сути, либо фрактал, либо просто подобие образования экстремума с небольшим опозданием. И тогда откроется перспектива на рост, уже добавляется еще одна дополнительная цель. То есть он идет к предыдущей своей цели, которую он брал на 72.224, а потом, соответственно, на 72.877. Если он вот эту пробьет сразу, ну вот допустим, он там как-то к ней шел, и потом вот пробивающая свеча какая-нибудь сильная, медвежья, ой, прошу прощения, бычья свеча, которая закрывается сразу большим телом за уровнем. Тогда, может быть, он пойдет и выше. Если нет, то сворачиваем удочки, забираем прибыль и уходим. К тому же сегодня пятница, один из самых плохих дней для торговли. Так что вот этот момент тоже смотрите, вполне возможно, чуть-чуть прибыль забрать получится. В идеале это где-то пунктов 47 по первой цели, по второй цели 115. Ну, то, что в пятницу вы возьмете все вот это движение, я очень сильно сомневаюсь. Так, канадец. Канадец сейчас может развернуться по времени, то есть маленький откатик назад сделать в пределах 31.897, а потом снова пойти наверх. То есть вот сейчас вот это идет импульс, потом будет коррекция. Особенно если индекс доллара упадет, он протащит котировку тоже вниз. И потом под дальнейшим воздействием нефти может еще начать колебаться в зависимости от того, как нефть будет или дорожать, или дешеветь. Но в любом случае еще одна цель у него не взята на эту неделю. Это 33.058, который он уже до этого пункт брал 13 октября. Так что если мы увидим обновление максимума, можно делать импульсное присоединение по тенденции, и тогда у вас примерно потенциальная прибыль в виде где-то 50 пунктов будет, ну не больше. Так, Сергей пишет, хотелось бы поподробнее по серебру, сейчас все будет обязательно, сначала только золото. Вот, золото начало корректироваться вниз после вот этого небольшого роста, его лучше рассматривать на более маленьких таймфреймах и
посмотрим, будет ли оно идти проверять на прочность 1240 или 1230. Сейчас будет видно на более маленьких таймфреймах. Итак, часовой график. Ну, здесь классика жанра, да, то есть он ушел немножко дальше, чем мы ожидали, но зато первый раз стукнулся в 1271.98, не получилось. Второй раз стукнулся, не получилось. Напоминаю, если с третьего раза не получается, обычно как минимум на один уровень назад цена возвращается, даже если рынок пойдет потом все равно в ту же самую сторону, как говорят, для разгона. Да? Поэтому вот это вот движение в 83,4 было достаточно неплохим. Из ростовских я помню, один человек как минимум это движение вниз уже словил. Как там в других городов дела с золотом обстоят, интересно услышать. Движение вниз пока что продолжается, его никто не отменял. Я вот смотрю, у нас больше появилось любителей Фибоначчи на аналитике. Я думаю, здесь со мной согласятся, что пока что трендообразующего импульса для классической разметки Фибоначчи по тренду здесь еще нет, поэтому говорить, что золото растет, мы еще не можем, даже несмотря на вот это вот движение наверх. То есть движение есть, вот это, да, а глубокой коррекции, которая задаст потенциал сильного хода, у нас нету. Потому что она должна зайти, если вот классическую разметку возьмем, вот эту. Так, наверное, давайте каким-нибудь другим цветом ее сделаем, чтобы она в глаза бросалась. Вот так и перевернул. То есть, если это действительно трендообразующий импульс, который начался, то она должна зайти вниз как минимум за 1257.28, не меньше. А лучше еще глубже вниз, то есть где-то в район 1253. Тогда у нас могут уже возникнуть первые мысли о том, что может быть это действительно трендообразующий импульс. Пока этого не будет, будет слишком много опасений, сомнений, которые будут приводить к тому, что таких долгосрочных сделок открывать пока что мы не будем. В 15 минутке идет дальше вниз, скоро будет коррекция. На 15 минутках осциллятор уже показывает, что может быть сейчас буквально 2-3 15 минутки и импульс вниз закончится, но до 58 он вполне может сходить еще сюда. То есть вот это вот расстояние он может пробежаться. Но это в основном только для скальперов, но насколько я знаю, у нас скальперов по золоту очень мало в нашем коллективе. Аргентум. По дням. Ну, вообще ничего не меняется за последнюю неделю, так что тут я вам нового ничего не скажу. Нам, напоминаю, важен уровень 17724 на днях, чтобы мы за него зашли. Он вот два раза ударился, два раза не получилось. Вот. А на часах в рамках более маленьких колебаний этот уровень уточнен, но он составляет 17804. И цена тоже пока что до него не дошла. И я напоминаю вам, что она может так страдать вплоть до следующей недели. Нам нужно где-то 24 число, то есть это уже понедельник, может быть, как раз когда наступит вот это время, то есть даже может быть это не понедельник, нам нужно еще 69 рабочих свечей, в течение которых цена может принимать решение, будет она идти наверх или нет. То есть она может вот так вот гулять, вот так, как синусоида, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, и только потом ударить наверх. Поэтому, как мы уже выяснили, что вот в этом вот промежутке между временными уровнями цена не идет ни в каком направлении, это самый мерзкий вариант из вот всех комбинаций. Поэтому обычно следующий временной уровень придает какое-либо направление. Поэтому будем ждать, как ситуация будет развиваться, потому что вот вам точно такой же пример, то, что было в сентябре. Вот она шла и не могла понять, что делать дальше. То ли вверх идти, то ли вниз идти, то ли вверх, то ли вниз. И только вот потом, когда прошло расчетное время, с маленькой погрешностью оно выстрелило, потом и пробило один из уровней. И вот только
фактически вот в этот момент уже стало понятно, что вот пора расти и пора забирать первые движения наверх. То есть вот тут у нас ситуация полностью идентична, только цены другие, ну и уже даты тоже другие. Так, дальше Андрей комментирует: франк очень чувствителен к индексу. Андрей пишет: по золоту не очень верится, что рост до 1300 будет до Нового года. Мешают ожидания повышения ставки ФРС, рост доллара и хорошая доходность по американским облигациям. Если не начнут где-нибудь палить и не выберут Трампа, рост не жду. Ну, здесь опять же можно маленькую оговорку добавить насчет того, что американцы сейчас вовсю кричат, бьют себя в грудь на то, что у них нет проблем сейчас с экономикой, она не находится в перегреве, но при этом во время доклада недавно по бежевой книге они сами сказали, что уже начинаются проблемы с экспортом и в дальнейшем по финансированию они собираются смягчать политику, то есть им дополнительные инвесторы на данный момент сейчас уже не нужны, у них и так все хорошо. То есть с одной стороны у них перегрева нет, с другой стороны у них есть некоторые проблемы с экспортом. Как-то немножко не соотносятся два данных утверждения. То есть если бы их товары не были слишком дорогими за счет того, что валюта дорогая, то у них бы и с экспортом проблем бы не было, по большому счету. Так, еще вижу уточнение. Так, Михаил пишет: да, Павел, именно так, поэтому, причем это на всех валютах, такая прямая зависимость, фунт довольно сильная валюта, раньше фунт был основной валютой мира. Так, еще сообщение от Андрея: глядишь, к 1200 по золоту упадем, если ставку ФРС не повысят в декабре, то золото выстрелит вверх. Сообщение еще от Марата. Павел, это зависит от процента валюты в индексе. У евро 57%, у фунта 10%. Так, Михаил еще комментирует. По фунту зависимость от индекса доллара меньше, и как следствие меньше движения. Ну, я думаю, при необходимости можете просто формулу банально открыть и посмотреть, как это будет все меняться. Так что серебро, внимание обращаем на 17804, я вам жирным его специально выделил, сразу станет понятно, что будет происходить дальше. Рубль стоит на месте, таких классных сделок, как в конце этого года, к сожалению, не предвидится даже в ближайшее время. Вот, стоит в коридорчике, который ему ЦБ обозначил, по нефти ждем 25 числа, ближайший уровень по времени. Вот, данных пока слишком мало, у меня даже попугаи не могут откалиброваться, поэтому не отображаются. Потому что тут, по сути, даже 100 свечек не наберется. Так, и японская иена. В очередной раз зашла же в диапазон, который мы с вами обозначили между любимыми углами, да? Здесь вот. 104 ровно и 104 238, сейчас вот отошла, и будем смотреть, как она будет идти дальше. В долгосрочной перспективе, напоминаю, нам нужна какая-нибудь свечка, которая закроется за 104 238, сильная какая-нибудь типа вот этой вот, и чтобы потом цена уже не вернулась в зону, тогда перспективы открываются куда-нибудь высоко в небеса, где нет боли и нет слова страх, как говорится, которые же сделки будем держать там по несколько недель. Но пока это остается на уровне предположения, так как это не подтверждено. Вот, собственно говоря, и все. Так, я смотрю, что-то у нас сегодня маловато как-то по расписанию. Видать, народ разъехался в отпуска. Или по какой-то причине стало меньше ходить. Я помню, что был вопрос по Ростов-Информеру. Вот, давайте сейчас я перейду на другой рабочий стол или профиль, как хотите называть. Кину вам ссылку для скачивания и покажу основные моменты для Ростов-Информера.
Так, ну давайте что-нибудь чистенький график какой-нибудь возьмем. Если что, по Ростов-Информеру в 11 часов, там через 40 минут уже семинар будет, если есть те, кто записывался. А сам советник, он доступен абсолютно всем. К тому же разрабатывается как бы на общих идеях, поэтому какие мысли будут, обязательно мне в почту пишите. В следующих версиях, если будет востребовано, то реализую. Так, сейчас это будет пока раздаточный материал, архив 21.10.2016. Вроде бы последнее время проблем с установкой у нас никаких не было. Так, файл проверяем, сохранен 21.10.20. Все правильно. Установка, дневник трейдера и раздаточный материал. Все, сейчас закину на облако и потом покажу, как информером пользоваться. Только на другой счет перейду, на всякий случай. Так, вот держите ссылку. Теперь как применять Ростов Информер. Я сейчас перейду на другой какой-нибудь счет, на демку. Сейчас на более большой монитор выведу. В списке советников у вас должен появиться Ростов Информер. О, все нормально. Как его настроить? Ну, первое — это положение панели вот этой информационной. Давайте там где-то 1200 ему дадим. Абсцисса — это отступ от левого края монитора, просто чтобы было удобно. То есть здесь он выводит информацию, какой сейчас спред, сколько у вас там лотом вверх-вниз стоит. Он замеряет мат ожидания отдельно по счету, отдельно по инструменту, там маржа замеряется, ну, стандартные, короче, все величины. Но изначально для чего он был сделан? Он был сделан, чтобы изначально бить по рукам. Вот, смотрите, например, максимальный лот на одну сделку ставим, допустим, что вы посчитали, что вам нельзя открываться больше, чем 0.1. И нельзя открываться суммарным лотом, ну, допустим, больше, чем 0.5. Допустим. Ставим, видим, он пока не улыбается. Ему надо разрешить торговать самому советнику. Если что, там описание вкратце есть. Вот, ставим галочку «Разрешить». Сам он ничего за вас открывать не будет, потому что это советник исключительно вспомогательный. И в советниках тоже ставим галочку «Раздаточный материал», то, что вы скачали, да, то есть разрешать советникам торговать. Вот он заулыбался, то есть он может работать, но пока у него все системы контроля выключены.
Допустим, я сейчас открываю сделку, открываю его лотом 0.1, стопы не ставлю, то есть я вот новый трейдер, я все забываю часто, к примеру. Вот сделка открыта, стоп не стоит, если рынок сейчас рванет против меня, можно сильно получить по шее. Смотрите, заходим в свойства сюда и говорим, включи стоп-лосс контроль. Эта система проверяет, есть у вас стоп-лосс или нет, и если нет, она ставит на свое усмотрение стоп-лосс. То есть нажимаем ОК, он вам сказал, вы забыли установить стоп-лоссы, ограничение автоматически выставлено на такое-то значение. Вот, и стоп-лосс на данный момент установлен. Если вы хотите, чтобы стоп-лосс потом двигался за ценой, то нужно включить другой режим. И видите, он стал зеленый, то есть контроль за невыставлением стоп-лосса активировал. Теперь, допустим, я попробую случайно открыться слишком большим лотом, лот контроль включу, тоже true. Попробую открыться 0.2. Торговля, новый ордер, или там даже 0.3, например. Это вот для тех, у кого иногда желание отыграться есть, попробую продать тоже 0.3. Во-первых, он мне поставил стоп-лосс, потому что я его тоже забыл сделать, а потом он сказал, что вы превысили размер лота на одну сделку и мне 0.2 от 0.3 отрезали. В результате вторая сделка, сейчас посмотрите, тоже 0.1 стала. Ну вот давайте сейчас еще несколько сделок откроем, чтобы 0.5 набрать. Проверим, чтобы он контролировал общую загрузку депозита. Вот он еще раз исправил наши ошибки. И еще раз. Сколько сделок? 4. Ну еще одну. Все, 5 сделок открыто. Мы с вами здесь ему сказали, что не разрешать нам открывать суммарный лот больше, чем 0.5. Это каждый может посчитать отдельно для себя сам. И вот, допустим, вы заигрались немножко, да, на эмоциях, напринимали не совсем верных решений, и хотите сейчас еще открыться, может быть, получится улучшить результат, и попробуйте сейчас зайти в сделку еще одной. Пусть еще, допустим, с более большим лотом, допустим, 0.3, пусть даже стоп-лосс стоит там на 1.10.30, чтобы он даже не проверял его. И нажимаем Sell. Сделка открыта. Теперь включаем систему контроля общего лота, Global Lot Control. Нажимаем True. Вот, и он говорит, что вы превысили максимальное значение, поэтому он вам немножко в целях безопасности эту сделку подрезал. Опять же, он будет вмешиваться в вашу торговлю только согласно тем ключам, которые вы включаете. Видите, у него включен контроль стоп-лосса, включен контроль лота, общего лота, и если нужно, можно трал включить у него, то есть передвижение стопа. То есть вот трал контроль, включаем true. И он, если считает нужным, он стоп двигает за ценой. От цены он его никогда не двигает. И в крайнем случае, если, например, вы сидите уже в неплохом плюсе, и пора рубануть все, а у вас сделок много, и вот так сидеть на крестике нажимать вам не хочется. Зашли в него. У него есть отдельный приказ закрыть все. Ставите true, нажимаете ОК, и он рубит все сделки, только не забудьте его потом выключить, иначе он ни одной сделки вам не позволит открыть. Нажимаем ОК, и он тут же все порубил. Потом только выключаем команду. Это сделано специально, просили сеточники сделать. Я ее добавил. То есть, если команда активирована, она зеленая, если деактивирована, она красная. Плюс есть блок расчета мат ожиданий и управление капиталом, если нужно. Здесь
есть расчет процента от депозита, если вы работаете. Вот, хотите работать, например, 2,5% от депозита. Депозит он ваш берет, именно подгружает данные от счета. Нажимаем, он данные в результате потом пересчитает. Один параметр забыл сказать. И мы должны ему сказать, что не использовать фиксированный лот. И он скажет, что при загрузке в 2,5% или сколько там мы сейчас убили, при вашем текущем депозите можно работать лотом в 5,4. Но это как бы достаточно большая загрузка при кредитном плече 1 к 500. Если хотите работать методом фиксированной суммы, подвергаемой риску, вот он ФСПР, то в данной ситуации бы он сказал зайти лотом 0,71. Если бы вы поменяли величину стоп-лосса, например, вы бы сейчас продавали и сказали, что стоп-лосс я бы сюда поставил 1487 пипсов, то спускаемся, говорим, что стоп-лосс 1487 мини-пипсов, он бы сказал, что тогда лучше войти вообще 0,48. Вот. То есть вот это консервативный метод управления капиталом, вот это агрессивный метод управления капиталом. Каждый на свое усмотрение сможет взять то, что захочет. Так что берите, пробуйте. Если что-то вдруг не понравится, то можно будет всегда поправить, потому что архитектура открытая. Захочете что-то добавить, захотите добавить, пожалуйста, пишите на почту. Рассмотрю все ваши предложения. Вот. А у меня на этом все. С некоторыми из вас как раз на тему Ростов-Информера встретимся буквально через полчаса. А всем остальным удачно отдохнуть, закончить сделки, которые на данный момент открыты, закрыть их в плюсе в пятницу и уже со спокойной совестью идти отдыхать. Встречаемся уже в понедельник на аналогичном мероприятии в 9:15. И с новичками сегодня подведем итоги базового курса в 16 часов. Всем удачи, попутного тренда. До свидания.